путь Йордан. Ну вот, что еще? Ну да. Таким образом, вот. Я же потихоньку начинаю все объяснять, но как сказал официально, буду уже когда-то момент. Выглядит, что были они какие были. Если нет, солидарная вина, такой институт, многие люди имеют то право, не имея разницы, что мне нравится или не нравится они. Говорит, ну вот, ты для твой президент, господин Путин, и для твой любимый председатель партии и секретарь партии, и председатель КНР, вот и все объяснил там, да. Ну, они ошиблись, вот, имеют право иметь бизнес, имеют право что-то заработать, да, там показано, доказано, что они сделали ошибки, вот то и как, что, да. А у нас то, что происходит на самом деле, здесь мы еще мучимся, да, никто правду не говорит здесь. Может быть, и зато мы так пошли поддерживать Крым. Образом видно, что да, объясняли, и не мы все возможные журналистических расследований, каналах, и что там кто заработал, кто имел, где дворцы, где что-то как-то, да, какой-то бизнес там, да, вот, да, бизнес интересов, Северный путь, газовых потоков. Все ясно. А вот здесь что получается? При те, у которого есть те цветы, знамя. Будда скрывается. Все эти службы, где все, кто их управляет, кто на самом деле предал коммунизм, кто предал демократию, кто тоже много сумел где-то отправить в каких-то счетах, кто что. Вот. Вас, говорят они, ты хочешь идти с твоих, вас, ваш президент не будет предаст или пытается как-то. А вот здесь наши что получается? Еще то, и самого ли будет остаться? Будет ли остаться те, которые предали коммунизм на власти? Будет ли остаться те самые, которые предали коммунизм и остались на власть, и предали демократию, пусть остаться на власти? Чтобы сейчас предали и коммунизм, и демократию, и Путина, и вас, и нас, и всех. Опять на тот, те самые капиталы, капиталистов, опять на те самые Ротшильд или там что-то, и опять на те самых. Здесь у них очень крепкие позиции, где я сейчас нахожусь. Опять на те самые. Серые общества, кардиналах, тайны общества и все остальное. Вот. А потом выглядит перед весь мир, что а вот мы коммунисты, а вот мы демократы, а вот мы поддерживаем правильный путь, а вот мы то и другое. Так что ж. Я здесь нахожусь, людей вокруг меня были те, меня они засрали 30 лет. Те самые, да. Те самые, которые и на Украине
наша большая Русь, наш большой Русь, наша большая земля, которая Русь, какие народ находится, вот, народ. Ну, конечно, всегда так было. Мы только вот. Об того не думали. Да, земля, она женская. Ну вот, людей на нее. Это мы мужские, Русь. Наша родина, вот, может быть, женская. Так что ж, Русь, да, он мужской. Земля, может быть, на которой находится. Возможно, земля всегда была женщина. Никогда не знала, что хочет. Это вчера говорили. Но всегда знала она, что хочет. Хочет все, все, все. Только не знает, что потом с того делать. И не знает, как его управлять. Зато и мы нужны. Чтобы мы делали всю работу, она ж только... А когда даешь власть, пусть не хочет вообще. Так. Ну да, меня все те... Видно? Объяснили. Кто у меня все то натворил? Выглядит как цветы на знамя, показывает цвет такой, который есть герб, да, они, может быть, здесь. Ну как это и на юге, пусть вместе есть тот лев, который герб, это львовцы какие-то, да. А вот цветы на знамя, вот белорусы какие-то, да. Так как немножко получается и южную, частно нашу Русию. Там тоже немножко как-то так. Ну вот, 31-й, все указано, да. А вот, я же объясню, кто что, как у меня засрал. Должен ли он продолжать иметь доступ, чтобы продолжал того делать? Надеюсь, что будет ответ. Я могу. А уже, может быть, не нужно это сказать напрямую.